На первый взгляд, глядя на то, как человечество реализует себя на этой планете, ну то, что оно тупо ее перерабатывает, скажем так. Кто-то видит нас как вирус, как форму жизни, чисто потребительски. Но с другой стороны, нельзя не отметить того, что если посмотреть на вопрос ширше, то сразу становится понятно, что планета расцвела, и мы являемся ее цветом. И то, что мы ее перерабатываем, то, как это, ну, то, что явно заметно, то мы ее перерабатываем для того, чтобы выйти за ее пределы и начать осваивать другие планеты. Таким образом, неся жизнь в бездонный космос и распространяя нашу форму, нашу генетику в другие миры. Поэтому у нас таким образом получается две точки зрения: пессимистическая и оптимистическая. Тебе какая больше нравится?